35 педагогов колледжей и школ работали с поддельными дипломами в Туркестанской области. Об этом стало известно в ходе прокурорских проверок. Выявлено также 7 фактов необоснованного приема обучающихся по государственному заказу. Допущены недостатки и при выполнении госзаказа на подготовку кадров в колледжах. Были неправильно подобраны специалисты, необходимые для рынка труда. Установлены факты необоснованного перечисления средств обучающимся, выехавшим за рубеж. 35 фактов трудоустройства учителей с использованием поддельных дипломов. По этим фактам в настоящее время начато досудебное расследование.